Привет, любимый Ставрополь! Как ваше настроение сегодня? О, настроение просто восхитительное, потому как мы были в дивных местах. А тема у нас сегодня – субъективность оценивания человека и его поступков. Эта тема касается практически всех. Всех, и тебя, и меня, и вообще всех, кто присутствует в студии. Своеобразная оценка тех, кто действительно боится общения. Мы на достаточно широкой аудитории сидим и высказываем свое мнение. Имеем на это право? Имеем. Этим ощущением, что я не такой, что мне нужно где-то что-то подровнять, что-то подколоть, причесать, отрезать, подкрасить и так далее, и тому подобное, чтобы больше соответствовать идеалу. Это же идеал, к которому стоит стремиться. Потом, вопрос, что такое прошлое, да? Ты спросила, как мы провели время. Время мы провели умопомрачительно, погода была просто восхитительна.